обманывать умею. Я увожу одну сторону, чтобы маленький достал. Детский сад. Тут пушка не хватает. Нельзя. Не обижай. Пушок не принимает участие в воспитании молодежи. А чешется. А чешется. Ты посмотри, как чешется у нас, да? Да. Да. Что? Что? Красавица. Вот красавица. А что это у нас такое? А, ты доешь? Нет. Боже. Сердце растения растопилось еще сильнее. Аня собачью подкормку откусила. А до этого кусала Люд, нет? Ты бы, наверное, мороженое ел с ними вместе. Я откушу, да? Не, мороженое собакам нельзя. А то бы ела. А то бы ела. Ой, ой. Ручная ой. Собака. Кто? Еще одна ручная. Кто такая? И кто такая? К тому чешется. Тебе плотно чешется. Вофы, да? Кто такой? Да. Да. Да? И что ты такая? Спокойно себя чувствуешь в компании. Хорошая штука, вот эта тут оградка. Не выйдет, не надо. Сиди. Собака. Лиза, ну ты же не будешь чесаться сейчас. Я даже взглядеть толком не могла, эту черненькую. Совсем не убегала и пряталась. Красивая собачка. Семью без курочек нужно отдавать. Ну, либо если у кого-то лишние курочки есть. Нет, ее нужно отдавать забойщику скота, чтобы она могла реализовать себя. Это был рекламный ролик «Забирайте нас щенков». Ну, если вдруг, например, кто-нибудь, например, живет где-нибудь в лесу, и на него постоянно нападают куры. Нет, знаешь, Тарис, лучше как? Если кто-то держит кур, но не имеет сам мужества их резать. А есть у вас еще эти колбаски? А хочется, чтобы они как-то погибали. Он должен взять. Сейчас принесу. Принесу колбаски тебе. Да. Я